Самая маленькая по высоте, высота со шпилем 150 метров. Напоминаю, высотка МГУ 200 метров по высоте. Там самая большая, это самая маленькая. Украина Рэдисон теперь. А мы с вами едем на другой берег Москвы-реки по Новоарбатскому мосту. Слева впереди, на другом берегу, слева дом правительства, здание белого цвета под государственным флагом. Закончились стройки в 80-м по проекту архитектора Чичулина. Это место работы членов кабинета министров. Налево дом правительства. За ним налево в глубину высотное здание. Это жилой дом на Красной Пресне. Вот с противоположной стороны за этой высоткой находится зоопарк и планетарий. За этой высоткой. Как туда попасть, рядом метро Краснопресненская.